Вопросы разной направленности были подняты журналистами на пресс-конференции, которую провел председатель Гродненского облсполкома Владимир Кравцов. Он рассказал о выполнении запланированных параметров экономического развития на 2018 год, инвестиционной деятельности в регионе, о работе сельского хозяйства, строительстве жилья, развитии медицины, образования, социальной сферы, культуры, спорта и туризма. Поделился журналистами Владимир Кравцов и планами на 2019 год. В следующем году у нас из крупных таких медицинских объектов это ввод в эксплуатацию Островецкой районной больницы. Очень крупная больница, современная больница, значит, оснащена будет самым современным медицинским оборудованием. Это своеобразный такой медицинский центр, межрегиональный, который будет работать на все вот районы, которые примыкают к Островцу. В планах у нас в следующем году начать строительство онкологического центра в городе Гродно. Мы определили, подготовили проектно-сметную документацию, определили источники финансирования и начнем уже реализовывать для того, чтобы потом поэтапно вводить объекты вот этого центра с 2020 года и дальше. У нас много задач и в тех направлениях и вопросах, которые беспокоят наших граждан. Это по улучшению условий проживания. В первую очередь, жилищно-коммунальное хозяйство. Мы запланировали большую программу повышения качества воды, особенно в сельской местности. Вот, должны построить 40 станций обезжиренного. Это 40 городков, там люди получат чистую качественную воду. Мы запланировали большую программу по модернизации и ремонту лифтового хозяйства. Тоже проблема известная. Местные дороги. В этом году 260 километров отремонтировали местные дороги. В следующем году у нас в планах 240 километров ремонта. И во всех буквально районах нашей области, особенно в сельской местности. В нашей республике будут проходить масштабные спортивные соревнования, вторые европейские игры. Безусловно, и мы к этому готовимся, и свою базу совершенствуем, и построим немало объектов. Достаточно сказать, что вот в следующем году у нас будет введены в строй два таких крупных, серьезных спортивных центра в Островце и в Новогрудке, в наших районных центрах. Это центры, которые состоят там и бассейн, и зал игровых видов спорта, и масса других помещений для занятий спорта. Мы восстанавливаем, ремонтируем еще целый ряд бассейнов в других регионах нашей области. Занимаемся строительством новых стадионов. В том числе мы и совершенствуем базу, материальную базу и для занятий зимними видами спорта. Вот в Новогрудке комплекс биатлонный «Селец». Программа большая. У нас много задумок по строительству и по реконструкции, значит, реставрации объектов культуры, объектов истории. Гродненщина богатая на эти объекты, на свою историю. И у нас очень много сохранилось. К нам едут много туристов, много людей не только с нашей страны, но и далеко и за ее пределами. Мы даже видим вот по этому году, только в рамках безвизового режима у нас, значит, приехало к нам около 100 тысяч иностранных туристов. Это в основном граждане Западной Европы, граждане государств Европейского Союза. Людей интересует то, что у нас сохранилось, наша история, она, еще раз повторю, очень богатая. Поэтому в наших планах восстановление замков старинных, парков, дворцов, различных усадьб.